Заходим на посадку. Все чисто. Проверь высоту. Так, норвежские рейнджеры сообщают, что началась заправка. У нас очень мало времени. Уничтожьте подлодки. Снижаемся. Сегодня промахов быть не должно, Беннон. Вы меня слышали? 30 секунд. Скоро выступим. Свободны. На связи «Орел». Всем войскам. У нас на счету каждая секунда. Подлодки не должны покинуть порт. Паркер, займитесь той, что поближе. Нужно обыскать их, а затем уничтожить. Капитан Беннон, займитесь второй подлодкой. Пробейтесь к ней. Она не должна покинуть порт. Есть, сэр. Надеюсь, эту операцию вы не провалите. Учту ваше пожелание, сэр. Паркер, НАТО обеспечит нам поддержку с воздуха. У них есть бомбы с лазерным наведением. То, что надо, чтобы разнести эти бункеры. Можете связаться с самолетами по каналу огневой поддержки. Пехота уничтожена. Десантник на связи. Что прикажете? Противник уничтожен. Вперед! К бою готов. Танк готов. Ремонтник выехал. Заводи. Заводи ремонтник. Передайте своим в этом районе снайперы противника. Цель уничтожена. Ремонтник выезжает. Сэр, мы пытаемся прорваться, но противник оказывает упорное сопротивление. Беннон, забудьте слово «пытаемся». Немедленно прорвите оборону противника. Орел, орел, тут русские вертушки, идет выброска десанта, их сотни. Они разнесут к черту все мои машины. На связи, орел. Откуда взялся этот вертолет? Прекрасно, Паркер. Закрепитесь здесь до появления инженеров. Отлично, Паркер. Здесь все чисто. Инженеры задерживаются, но вскоре будут на месте. Ремонтник прибыл. Дельта на связи. Вторая подлодка уходит. Повторяю, вторая подлодка уходит. Беннон, меня поражает ваша некомпетентность. Осталась только одна подлодка. Паркер, захватите эту подлодку, пока она еще не ушла. Обойдите отряд Беннона, не останавливаясь. Конец связи. Дельта на связи. Мне доложили, что по направлению к верфи идет большая колонна советских танков. Скорее всего, они пойдут по жилым кварталам. Беннон, для вас есть задача. Беннон на связь! Беннон на связи. Мы уничтожили последние части противника. Вовремя. Отправляйтесь в жилые кварталы и займите там оборону. Не пропускайте Иванов, пока мы не разберемся с подлодками. Как поняли меня? Вас понял, сэр.
Повторяю, Иванов нельзя пропускать дальше. Держитесь любой ценой. Конец связи. Призрак на связи. Я Дельта. Мне доложили, что на базе к востоку отсюда наблюдается активность противника. Грузят людей в транспортные вертолеты. Они нам жизни не дадут, пока мы их не уничтожим. Маркер, найдите базу и ликвидируйте вертолеты. Отлично. Следующая цель. Командант, противник уничтожен. Уходим с линии огня. Так точно. Приказ получен. Следую в район цели. Ремонтник на связи. Что, ребята, продолжаем в том же духе. Уничтожено. Это призрак. Задание выполнено. Конец связи. Кассетные бомбы сброшены. Возвращаюсь. Шэдоу на связи. Координаты приняты. Начинаю атаку. Призрак на связи. Координаты приняты. Захожу на цель. Отбой. Ремонтник на связи. Погодили. Танк на связи. Орел всем войскам. Мы расширили оборонный периметр и заняли новые позиции. Добивайте противника. Огонь. Цель наблюдаю. Отлично, лейтенант. Вы избавили нас от множества проблем. Координаты приняты, выезжаю. Чини его быстрее. Ремонтник прибыл. Танк прибавить. Паркер, я знал, что на вас можно рассчитывать. Инженеры уже идут. Не покидайте квадрат, они должны обыскать и затопить подводную лодку. Связи. Вы там что, с ума посходили? По нам же лупят из гранатометов. Ну так организуйте защиту периметра. Вы капитан или новобранец? Действуйте! Противник уничтожен. Маркер, если вы уничтожите русскую артиллерию, нам будет гораздо легче. Цель поражена. Противник ликвидирован. Получайте, ублюдки! Беннон, хватит болтать! Если не отведем войска, попадем в окружение. Прошу разрешения отступить. Разрешения не даю. Оставайтесь на месте. Все починим. Призрак на связи. Координаты приняты. Захожу на цель. Противник уничтожен. Это коньяк. На пауз поставлен. Конец связи. Отлично. Артиллерия уничтожена. Отлично, Паркер.
Паркер, вам нужно продержаться еще немного. Инженеры обыскивают подлодку. Это Shadow. Удар прошел мимо цели. Отбой. Орел, Бэмон на связи. Тут у нас настоящий ад. Их слишком много, по нам лупит артиллерия. Нужно уходить. Бэмон, вам приказано держаться любой ценой. Дельта на связи. Мне доложили, что с востока подходит вторая танковая группа. Похоже, они идут к первой подлодке. Так, парни, вот что мы сделаем. Бэмон, отступить к первой подлодке и занять оборону. Подтвердите получение приказа. Всем войскам, оставайтесь на месте. Держитесь подальше от железной дороги. НАТОвские бомбардировщики приготовили для русских маленький подарок. Вас понял, сэр. Уже отходим. Паркер, инженеры почти закончили. Скоро они уничтожат подлодку. Я на связи. Работаю на полу. Все погибли в строю. Отлично, ребята. Отлично, Паркер. Мы нашли весьма любопытные документы. Надеюсь, разберемся, что к чему. Держитесь подальше от подлодки, ее сейчас взорвут. Паркер, нужно заткнуть эту дыру в жилом районе. Займите позицию, на которой раньше находился Бэмон, и закрепитесь на ней. Нужно выиграть время, конец связи. Отремонтировать его. Ремонтник на связи. Ну, следуем на позицию. Ремонтник выехал. Так точно. Приказ получен. Следую в район цели. Кассетные бомбы готовы. Вылетаю. Отбой. Заводи. Здание серьезно повреждено. Призрак на связи. Задание выполнено. Атака прошла успешно. Отбой. Фуя! Ремонтная бригада начинаем атаку. Атака прошла успешно. Возвращаюсь на базу. Отбой. Заводи ремонтник. Уничтожим цель. Противник уничтожен. Ремонтник на связи. Все починим. Все починим. Цель уничтожена. Координаты приняты, захожу на цель. Отбой. Конец связи.
Паркер, на вас можно положиться. Оставайтесь на позиции. Конец связи. Нравится. Продолжайте укреплять позиции. Конец связи. Уничтожен. Отбой! Черт! Похоже, русские идут на прорыв. Паркер, направляйтесь к первой подлодке. Помогите Беннону. Пока она не будет уничтожена, мы останемся здесь. Конец связи. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Танк на связи. Что так, противник? Ремонт не ищет. Мы уже и Беннон на связи. Удар нанесен. Неудачно. Пока мои удерживают передовую. Призрак на связи, к бою готов. Займемся их танками. Призрак на связи. Цель не обнаружена. Жду дальнейших распоряжений. Все починим. Отремонтируем. Чини его. Жертвы! Две бомбу истратили! Отбой!
Отбой. Кассетные бомбы готовы. Вылетаю. Отбой. Противник не уничтожен. Проверьте координаты. Возвращаюсь на базу. Вас понял, Беннер. Отступайте к позициям Паркера и закрепитесь там. Инженеры уже закладывают последние заряды. Капитан, а пока займитесь противником. Отлично, парни, просто отлично. Правда, у меня плохие новости. Судя по картам, найденным на второй подлодке, планируется серьезная атака на наше восточное побережье. Нас отзывают домой. Мы летим домой, сэр? Да, капитан. И когда мы туда прибудем, вам придется ответить на ряд вопросов. Я ничего не забываю. Сэр. Так, всем войскам, отступаем. Сегодня мы хорошо потрудились. Отбой.